А ты возьмешь чаек? А пусть Соня, возьми чаек просто. Просто берешь за ручку и все. Россия. Да, надо быстрее, да, ты, а то уже свет. Только включи что-нибудь. У тебя нет музыки, нет? Тогда я сам включу. Надо про зиму, конечно. Я думаю, почему люди не могут просто брать вещи и видеть в них что-то красивое сразу, изначально? Не надо искать это где-то там. А когда ты приходишь и чувствуешь, какая-то хуйня, ну, вроде что-то мазня какая-то, ерунда вообще. И в них есть что-то такое, как когда ты не понимаешь, что это. Вот здесь уже ценно. И ты, когда вот пишешь, ощущаешь масло, вот руки в краске, и пустишь это на, ну, как бы навсегда в свою жизнь, и все уже, ну, каким бы ты там веб-дизайнером ни работал, я понимаю. Ты навсегда остаешься художником с кистями. И я всегда рвусь на то, чтобы писать просто с этюды, в картины, куда, в грязные мастерские, где... Вот просто руки в масле, и ты такой сидишь там и просто выстрадываешь какие-то работы. Я рвусь к этому, но мне приходится сидеть в офисе и писать какой-то сраный код. И разорвай холст. Нет, ты чё? Есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском. И я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. И вот почему со мною ваши дети и жены ваши за одним столом. А стол один и прадеду, и внуку. Грядущее свершается сейчас –